опасно, неудобно, и гол. И забивает Еременко. В таком как будто бы замедленном повторе он сейчас. Делает передачу Бенксон. На синей линии. Ворклонит. Держит паузу. Бросок с острова. Угла и гол! Счет становится равным. 2-2. Шел, пошел, а потом остановился, как будто бы. Не стал вылавливать. Отличная передача. И снова они это делают. И это гол! 4-0. Хотя, видимо, сам хотел пройти, но лучше отдать. А вот это плохой пас Байкова, он перехвачен, и можно получить 1-1. Кузьменко, бросок и гол! Заброшена шайба, Кузьменко молодец. Браво! 3 шайбы СКА в сегодняшнем матче, не все без ассистентов. Вот разница, да? Мы видели, как Гусев пошел на двоих, не прошел. А здесь Кузьменко, ну, не совсем на двоих, но они все-таки коробочки замкнули. Но все равно умудрился выиграть. Тратим более 3 минут. В первом периоде примерно 5 команды играют. Бутуза, поставление за партнером на правую передачу. Бутуза! Великолепная комбинация Аура! 1-0, Кабара спикует. И что? Ну, здесь какие-нибудь хорошо вышли, прошли быстро очень среднюю зону. И Кадейкин, ух ты, неплохая передача от Кадейкина. Прямо тут какой-то на интуитивном уровне. Шмелев, 1-0. Ну, хорошая связка Кадейкина и Шмелева. Выработали необходимую химию. И... Гори! О-о-о! Какая влетела Джордж Карри! Да, будем изучать, что там помешало Ежову, прям такой кинжальный бросок. Все ждали передачу от Карри, но он от себя ожидал совсем другого. Здорово! И обратный пас, но это красотища! Просто фантастика! Гол на заглядение. И как же хорош Линден Вэй в этой ситуации. Сначала Марченко увидел Вэя, который вторым темпом атаку поддерживал и исполнил поперечный пас. Казалось, что Вэй будет бросать сам. Ну не знаю, там кто-нибудь придумал. Здорово! Вот это да! И это гол! Я еще так смотрю, Исаев там за воротами стоит. Я думаю, ну ты что-нибудь будешь уже делать-то? А оказывается, он-то как раз знал, что ему делать. Ну здорово, бросил в прорыв Основин, и Основин исполнил, да, 3-0. Фантастическая шайба.